Всем большой привет! Меня зовут Алексашкина Юля, и я основатель и преподаватель Московской школы фламенко, фламенко Мания. Я очень рада приветствовать вас на нашем канале. И ситуация так сложилась, что с сегодняшнего дня, с субботы до 5 апреля, то есть до воскресенья, то, что понедельника, мы с вами сидим на карантине, но это не значит, что мы не будем с вами заниматься и увлекательно проводить время. Сегодня я буду давать первое онлайн-занятие и с радостью поделюсь с вами видео, как у меня все прошло. Вот. А сейчас я готовлю свою комнату. Теперь это будет мой репетиционный зал на целые 8 дней. Постелила такую большую досточку. Буду на ней дробить, показывать вам дроби, но в кроссовках, да? Достаточно будет слышно, видно все, но не так громко, как в туфельках с гвоздиками. Вот. Вообще сейчас хорошее время начать изучать азы фламенко, если вы давно об этом мечтали, но не находилось время. Хорошее время начать изучать верную технику. Да, это будет очень комфортно сделать дома. Для тех, кто уже занимался, хорошее время начать изучать севильяну. Это тот стиль, в котором нет дробей, и он очень комфортен для изучения дома. Постараюсь вам каждый день выкладывать видео по севильяне. Возможно, выложу видео севильяну с веером. Вот, как-то так. Для всех тех, кто хочет здорово, весело провести время, с пользой, увлекательно. Жду вас на онлайн-занятиях. Буду проводить индивидуальные занятия, возможно, групповые. Записывайтесь, пишите мне. Вот. Для тех, кто не может заниматься в онлайн режиме, неудобно, да, допустим, у вас всего один компьютер и дома куча детей, и сложно подгадать это время, да, пишите мне темы, интересующие вас, и я запишу вам видео, мы вместе с вами будем потом уже разбирать эти уроки, то есть в видеорежиме тоже можно заниматься, вот, как-то так. Если у вас возникли какие-то вопросы, напишите мне в комментарии. Вот, но с пистолетом, да, не унываем, наоборот, радуемся. У нас такое время сейчас с вами провести каникулы, считайте, незапланированные, да, дома с семьей, но при этом мы можем получить новые знания и здорово, весело провести время. Здоровья вам, хорошего настроения и до скорых встреч во Фламенко Мании! Пока-пока!